Еще в XIX веке реформы Александра II положили начало развитию местного самоуправления в дореволюционной России. Ну а в 2012-м указом президента страны Владимира Путина в календаре праздников появилась новая дата – День местного самоуправления. Отмечают его 21 апреля. В столице Чувашии торжественное собрание провели на несколько дней раньше. Местные проблемы должны решаться на местном уровне. Федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации приняли в 2003 году. Среди 6 регионов Приволжского федерального округа наша республика первой начала реализовывать его в полном объеме. И всех уровней власти, органы местного самоуправления, хотя вы знаете, я еще раз это хочу подчеркнуть, находятся ближе всех к людям. Органы местного самоуправления занимаются вопросами местного значения и их решения. От способности местной власти принимать действенные меры во многом зависит социальное самочувствие граждан и их оценка эффективности деятельности всех органов власти в целом. Поэтому работа команды муниципального образования каждого муниципального служащего требует большой ответственности, высоких деловых и личностных качеств. В 2014 году в законодательстве о местном самоуправлении произошел ряд перемен. 136 и 165 федеральные законы позволили совместно с республиканскими органами самостоятельно формировать органы местного самоуправления по оптимальной модели. Региональные власти получили возможность перераспределять некоторые полномочия между субъектом и муниципалитетами. Одновременно увеличилась ответственность регионов за согласованное и продуктивное взаимодействие с муниципалитетами. Населенных пунктов много, и проблем, в том числе схожих, тоже хватает. Недостаток врачей, сложности с оформлением земельных участков. В этом году на местную власть легли непопулярные меры по сбору средств на капитальный ремонт многоквартирных домов. Однако положительных результатов все же больше. Строятся детские сады и школы, открываются спорткомплексы и фельдшерско-акушерские пункты. За последние 3 года Новочебоксар, Скалат и Реконаш стали участниками программы поддержки моногородов. К органам местного самоуправления население обращается с самыми насущными проблемами. Если их получается решать, значит, система работает. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.